субботу в Самарской области ожидается ясная погода и без осадков. Температура воздуха днем 3-5 градусов тепла, ночью 4-6 ниже 0. Ветер юго-западного направления 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление понизится. В Сызрани ясное небо, днем плюс 5 градусов, ночью минус 5. Южный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти ясно без осадков, днем плюс 4, ночью 4 градуса ниже 0, ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре ясная погода без осадков, дневное время плюс 3, ночью 6 градусов ниже 0. Ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.